Всем привет! И сегодня я... И сегодня я буду играть не в кунг-фу свинья, а вот в такую вот игрушку, которая мне сейчас устанавливается. Я в нее еще ни разу не играл, но думаю, она мне понравится. 500 тысяч скачиваний. Надеюсь, она будет прикольная. Я тут комментарии еще не читал, но картинка, я думаю, она привлекательная. Ну и отзывы тут тоже, в принципе, нормальные. Сделай, пожалуйста, режим замедленнее время. Времени. Можно даже после смерти. Значит, игра прикольная, раз они оценили. Так, в общем, я сейчас это перемотаю, чтобы вы не ждали. И встретимся, когда зайду уже в игру. Ребята, и вот мы начинаем играть. И в общем, суть этой игры, то, что нам надо вот так вот бросать, и даже я уже попала и его убил. Да, цензурить я это не буду, потому что просто кровь, я думаю, вы видели, а я. Вау, ребята, вот вы знаете, вот иногда в играх, когда там две железки летят, и они там, например, сталкиваются, но они... Не всталкиваются, они просто мимо друга прилетают. А в этой игре, когда ты кидаешь, и они выживаются, то тут, как в реальной жизни, они уже не просто пролетают мимо, а отбиваются. Это, ребят, уже плюс игры. Опа, ножку задел. Красиво. Так, так. Он топорами кидается, не факт. Ух! Ух! Я вот топор отбил. Блин, игрушка прикольная. Также сегодня еще выйдет игру, и тут еще нашел дуэль. О май гад. Дуэль на пистолетах, в общем, сегодня еще выйдет. Отбили. А я. Вау, ребят, я выиграл, потому что последний упал. Игрушка довольно прикольная. Давайте еще раз. Вау, тут уже более красивее какая-то такая. Он серьезно, он играет щитами, что? Допустим, в этой игре это нормально. Давайте кидаем. И да, я надеюсь, вам понравились мои заставки. Ссылка на это приложение будет в описании. Возможно, говно. Я обиделся. Вау, что это такое? Я просто отбил и как по случайности. Есть, мы вот так в пиперку попали. По ту точку. А он мне, походу, ее отрезал. Оригинально. Что у него за оружие, мать моя женщина, такое вообще есть? Наверное. Е-е-е. Что теперь, ты недалеко улетел? Только хотел похвастаться. Ну да ладно, кого это? Я не понимаю, что у него за оружие, как мне такое купить? Кто? Есть, он первый упал, значит, я выиграл. А, я только сейчас дочёл, тут жизнь есть. Вот эти вот мешки, это... цифры, это как бы... серьёзно? Вот хвостун. У меня такое раздвоение есть. Нет, кидай. А блин, отплай. Туду. Не. Серьезно, тут еще и своим убить можно. Эта игра мне все больше и больше нравится. В скобочках нет. А, тут же карты еще можно выбирать, я забыл. Ух! Да ты чего прикалываешься? А, это, наверное, уровень сложный.
я понял. Да? Нет. Я мастер номер один. Ой, я отбил. На, пал, да? Ты мне так голову снес, теперь я тебя снес. Нет, нет, нет. Ух. Да серьезно. Нет, как так не может быть? На. Сюрикен, чертов. Вот это было так. Нет. А теперь. Ух. Да ты что, прикалываешься? Теперь мне фонтан из головы плещет. Ух. Че, 2-2? Ой, блин, я даже не заметил то, что у меня одна жизнь осталась. Ух! Да нет! Да, блин, это же последний раз на это. Чё, как будто хуй знаете, камикадзе. О, снова эта карта. Отбил! Если бы он не отбил, тогда бы я не попал. Чёк! Ух! Глыба! Есть, я попал. Ну чё, теперь я крут. Эти, ребят, спасибо за вам. За то, что вы мне... За то, что вы мне... Это... Дай сказать! За то, что вы меня так любите. За то, что вы подписались на мой канал. У нас уже 20. У меня уже 20 подписчиков. Я вам очень рад. У кого за там по 100 тысяч, кот по миллиону. Я радуюсь, что у меня 20 подписчиков. Не, а чё бы и нет. Как бы, ребят, я просто впервые завел свой канал. Как я так эпично попал. В первый раз завел свой YouTube канал. Я даже не думал, что у меня один подписчик будет. Но в итоге было все больше и больше. Также все же не могу это перестать говорить огромное спасибо Вегеру. У него 2 видео новых вышло. Скоро у него уже 300. Подходящее к нему приложение я больше не буду говорить. Я думаю, знаю. Я вам потом в комментах напишу это. Точнее, в описании. Ну, вы, наверное, знаете, так что писать это не буду. 300. Тракторист. Я вам дал подсказку тракторист, так что я думаю, вы поняли. В общем, я хотел вас поблагодарить то, что мы набрали... Ох. То, что мы набрали такое число... То, что мы такое число набрали. Скоро Вегер тоже будет праздновать. У него скоро 300 подписчиков. У него уже 200 там... 200-900, по-моему. Фу, 290. Или 291. Ну, может, сейчас уже больше... Потому что у него подписчики вообще как конфетки. Потому что, знаете, вот видео выпустил, уже больше под... О, нога. Вот только видео выпустил, у него уже больше подписчиков. В общем, вот. Желаю ему удачи, чтобы он продвигался так же. Ну, а я тут потихоньку со своим YouTube-каналом, с маленьким. Ух. А чё, как мне это прыгать? Я не знаю, как мне прыгать, но я вы... Смотрите. А, типа я выиграл, я крут, я понял. А вот это какая карта, давайте посмотрим. Это вся моя карта. Есть! Ура, здесь уже работает то, что я сегодня. Вот это было по таймингу! Как он попал твоим тюрикеном? Я этот тюрикен тебе... Дальше продолжать не будете. Давай! Ну, блин, я думала, он еще кинет. Есть! 3-2.
Поставьте лайк, я выиграю. Я вам обещаю. 2-2. Кто-то поставил лайк. Кто-то еще поставил лайк. Сейчас еще кто-то поставит лайк. Отбил. Нет! Что это? Ребят, ставьте лайк. Если вы... Если я проиграю, то это... Значит, вы не поставили лайк. Вы поставили лайк! И ему тоже. Ничья. Решающий раунд. Ура! Я выиграл! Вы поставили лайк. Ура! 3 лайка. Трипл килл. Вуу! Йо, ман реакшн с фатисфэкшн. Пусть я... Вон, другая карта. Бац, попал. Что? Он взрывается? Как это было? Что это по таймингу было? А почему они несколько? Но мне нравится. То есть это моя способность. Во, они... Они всё же сделали замедленную съёмку. Правильно попал. Как же это было печально. Зато это было так по таймингу. Йо! Нет. Нет, я думал, напоследок еще кину. Как всегда. Ничего не получилось. Есть! Кто? Ну я, но это всем засчитало. Ну как всем? Ура! Я сравнял счет. Вы снова поставили лайк. С другого аккаунта. А теперь дизлайк. Дизлайк всем не верну. Ух! Дизлайк всем продажным. Ну я проиграл. Значит, вы поставили лайк, а потом отключили лайк. Просто да, снова эта карта, я думаю, вам понравилась она. Неудачный, это знаете, видео назвать неудачный паркур в игре. О, нет! А, нет. Что? Я же по случайности кину. Чё ты сделал? Почему так же неинтересно? Так. Есть! Красава, то, что прыгнул. Значит, ему дизлайк поставили. Ух! Так, нет, нет, нет. Моя нога! Да, если бы наши воины так сражались, то это было бы очень круто. 2! Да как он так не захватит? Нет! Я призем не отражал. Хотя, может, отразил. Но я не видел, чтобы я отразил. Потому что я не отразил. Пригодил. Причем тут это. Короче, мы выиграли. Мы снова поставили лайк. Значит, на этом видео наберется 15 лайков. Нет, никогда не наберется. Тут даже, мне кажется, 10 не наберется. Для моего канала... Ой, это было слишком трудно. Я понимаю, может, кто-то на меня смотрит. Дизлайк ставит и уходит. Пишет коммент отстой, но... Может, вдруг когда-то случится чудо. Так. Ух. 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 Так-так. Тихо. Так хватит. Доиграл само дело. В общем, ребят, время уже подходит, потому что... А я... Потому что мне максимум 15, в общем. Всем, точнее, сначала ставьте лайки, заходите на канал Вегера, ставьте лайки мне. Не, точнее, заходите на канал Юнатика, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и на всех. Всем пока-пока-пока!